Вы готовы раздать руку? Сейчас будем подпевать. Дожди не здесь сейчас. Все тяжело, правда, соскучились. Видишь, как книгу, где жарим, жарим. Принцип за принципом гибнет пожаренным. Или не жарь его, или не жарь его. Сгорает от лапы. Здесь, конечно, очень много зумеров. Серые полосы, зубы смешались, всегда смешались. Есть фанаты, следующая группа здесь присутствует. Ну что там, ребята, вытворяют? Прям под самое выступление Паши сейчас такие ворвемся. Надеюсь, вы тоже себя не будете останавливать. Давай! Макс, будешь смотреть это видео, тебе привет. Все ребятки из-под неба. Паша, он уже раздевается. Он всегда, когда выходит на сцену, раздевается. Ничего себе! Сейчас будет крутяцкий припев! Мы так хотим зайти на рождение, полцы! Чагужа. Макс там жарит, ох, как жарит Максо! Мне захотелось потрясти головой, как старым, вспомнить молодые годы. Группа называется «Под небом». Пошумим! Паша рвет! Короче, «Под небом» вообще. А это, короче, тречок с нового альбома, который будет в феврале. Вы его сейчас услышите. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Чуть-чуть вступление перед следующей песней. Это песню мы с удовольствием разобьем на осколки. Знает... Ваня Чернокнижная, что я говорю, это мой большой друг, он пришел поддержать меня. У нас с Ванькой выходит, кстати, альбом в феврале. Похлопайте Ваньке тоже, он здесь присутствует. Также я хочу представить своих музыкантов. Максим Муравьев, гитара. Алексей Самойлов, бас, гитара. Ну и Евгений, конечно, Жека, Жентос, Жек, где же Мани? Это наш барабанщик, ура! Ну и наш прекрасный вокалист Павел Синчуковский. Жест на ВДНХ, тусим. Едем слушать Пашку, наши любимые песни. Там будет не только Пашка, будут все ребятки из-под неба, будут другие группы выступать. Едем в... Банку в банку джема. Вот, ждем наше таксо. Сейчас, короче, мы прям под самое выступление Паши сейчас такие ворвемся. Так, ну что, наконец-то мы добрались, короче, рвем. Так, вот здесь. Сейчас заходим. Дорогие друзья, ну, следующая группа уже может выходить на сцену, да. Вон, есть фанаты, следующая группа здесь присутствует. Ничего себе! А так, ну все, наши ребятки вышли на сцену, уже сидит. Вон там, Паша там, все там. А кто встретил вдвоем со своей второй половиной? Макс, будешь смотреть это видео, тебе привет. Стесняется, хорошо. Сейчас будет жарить. Мне захотелось потрясти головой, как старым, вспомнить молодые годы. Надеюсь, вы тоже себя не будете останавливать. Выйдите в центр зала, потанцуйте, поддержите своих. Группа называется «Под небом». Несите свои заметки. Паша, он уже раздевается. Он всегда, когда выходит на сцену, раздевается. Он разделся и переоделся, короче. Все отлично. Лучше, конечно, он остался без одежды, но ладно. И так пойдет. Короче, ребята, смотрите, мы уже успели. Мы думали, если честно, не успеем, но мы успели. Короче, есть такой свойственный относительно камерный движ. Макс, будешь смотреть это видео, улыбнись, поставь лайк и комментарий напиши. Здесь, конечно, очень много зумеров, я стесняюсь.
джаз нет, ну потому что я-то человек в возрасте, как бы, и... А я нет. А джаз нет, и как бы мне очень стеснительно, вот здесь все нормальненько. Сейчас ребятки будут жахать. Опять ощущается, сейчас ребятки там настроятся, и все будет хорошо. Но это не главное, главное, что я успел сопивать его. Это самое главное. Давай, Макс, не молчи, еще раз чекай микрофон, Макс, давай, давай, Макс, не молчи. Как Паша подошел, Макс, не молчи, давай, подойди. Подойди, так, 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 давай, Макс, чекай, давай, ну. Пошумим! Короче, самая моя любимая песня уже прошла, но это тоже любимая. И, короче, Паша там рвет. Вомуты, 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 все проблемы выдумать, выдумать, выдумать. Просто человек. Вомуты, вомуты, все проблемы выдумать, выдумать, выдумать. Просто человек такой, на мир стоять, на мир стоять. А теперь, друзья, вы все скучите. Готовы? Класс? Давайте со мной вместе, короче, готовимся. Я гуляю в бомбе. Давай, ебать! На мюзле просто человек. На мюзле ты просто человек. Ну что там ребята вытворяют, блядь? Спасибо! Устроили пляс. Макс там жарит. Ох, как жарит Максо. Поет. Спел. Спасибо. Все, спел. Вы готовы раздать руку? Давайте. Я знаю точно, что каждый из вас чувствовал себя когда-то так, что у него горела голова от мыслей, от их количества. Так вот, эта песня именно про это. Я думаю, что мы все объединимся и станем одним большим пожаром сегодня. Где жарю, жарю, принцип за принципом гибнет пожаритом. Или не жарю, или не жарю, сгорает от лопата. Сейчас будет крутяцкий припев. Сейчас это Паша рвет. О, Тимофей пришел. Это, короче, тречок с нового альбома, который будет в феврале. Вы его сейчас услышите. Все вообще.
Короче, вдруг откуда ни возьмись, появился Санька Сазонов. Чубысь! Вот. Появился. Ему везде медом намазан, да, там сидит, там его хлопают. Везде, и да. Пашке хлопают, и ему хлопают. Да. Господи, вообще медом намазан. Не знаю только, почему мне хлопают, но приятно хлопают. Тоже, да. Ну это, я так понял, ты точно хлопал мне, да? Вообще. По-любому, да. Всегда. Я не Пашке, да? Я ему хлопал, конечно, на самом, да, деле. Да. Вот, а я отзеркалил уже Пашу. Здесь все, здесь Саня, здесь все. Хлопал, а? Дима Тавагин нормально делает. Сейчас я... Дима Тавагин молодец. Все верны с гитару, берите, пожалуйста. 15 человек. Паша вот пришел. Пришел, поплясал, попел и пришел. Сырой, сырой вообще, прям сырой весь, блядь, мокрый. Тусует здесь, короче. Не уходи с потоком. Ты сырой и довольный. Облако цвета сока. Ну что, ребятки, с под небом уже отжарили все и всех, особенно толпу. Мы тут же идем к метро и, собственно, радуемся теплой погоде. В ДНХ давно тут не были, вот, поэтому мы решили прогуляться до метро. Ну и, собственно, вот такой вот коротенький выпуск.